Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програми «Вечірня Одеса». З вами творча група нашої програми та я її ведучий сьогодні Леонід Сущенко. Ну, як завжди, по вівторках ми продовжуємо тему творчості. А сьогодні це особлива галузь творчості – медична творчість. І навіть не взагалі медична, а творчість в одній галузі медицини – це офтальмологія. Наука і медицина, що лікує очі. І у якості своєрідного камертону сьогоднішньої нашої бесіди ми обрали видатного вченого, точніше його долю. Цей вчений відомий не тільки в нашому місті, але у всьому світі. Це великий вчений, офтальмолог, академік Володимир Петрович Філатов, ім'я якого сьогодні носить державна установа Інститут очних хвороб та тканевої терапії імені академіка Філатова. І ось ми починаємо нашу програму з того, що перший камертон ми побачимо і почуємо самого Володимира Петровича Філатова в одній із його промов. Давайте послухаємо і подивимось. Один юморист сказав: «Нет печальнее зрелища, чем молодой пессимист. И нет смешнее зрелища, чем старый оптимист. А я радуюсь тому, что в моем возрасте я сохраняю оптимизм и надеюсь в этом настроении продолжать мой путь вместе с моей школой и дальше». Мне приятно, что дальше мы продолжаем беседу с представителями этого замечательного учреждения, государственного учреждения, Институт глазных болезней и тканевой терапии имени академика Филатова. Я не буду представлять, потому что вас, уважаемые наши гости, представит наш режиссер титром, а просто буду обращаться к вам, а с вами познакомятся телезрители в ходе нашей беседы. Нет возражений? Нет. И вот я хотел бы первый заданный Владимиром Петровичем камертон. Трудные времена сегодня у всех у нас, но, наверное, у врачей, у офтальмологов особо непросто. Я живу неподалеку от Института Филатова и знаю, что в разные времена можно было встретить разные ситуации. Не буду развивать тему. И знаю также, что сегодня непросто. И все-таки... Вот Владимир Петрович только что сказал. «Я оптимист», — говорил Владимир Петрович. А есть ли хоть какие-то основания сегодня к тому, чтобы представители этого замечательного научного и лечебного учреждения говорили: «И мы тоже оптимисты»? Александр Сергеевич, если можно, вы начните, пожалуйста. И, безусловно, без этого жить невозможно. Без оптимизма, потому что он как бы придает силы и желание что-то делать. То есть он своего рода движитель, так? Безусловно. А если говорить о чисто практической стороне вопроса, вот я знаю, Эдуард Валентинович, что вы мне сказали до начала передачи, что вы недавно вернулись с серьезной научной конференции или форума какого-то другого, да. Если можно об этом. Ну, форум был научно-практический. Такие проводятся ежегодно в нашей стране. Один проводится общегосударственный. Он, как правило, имеет место быть в мае месяце. А потом где-то в начале осени, чаще всего в октябре, проводится региональный
межобластной научный форум такой, он научно-практический, проводится в объеме 4-5, иногда там больше областей, скажем, там западная часть Украины, там восточная, южная и так далее. Вот был такой научно-практический. Это в Киеве проходило? Нет, этот проходил в Полтаве. Угу. Там это была Полтавская, Харьковская, еще несколько областей. Ну и было много представителей Института Филатова, которые участвуют во всех таких мероприятиях, в том числе, естественно, и на этой конференции. Эдуард Валентинович, вот в этой связи вопрос. Я понимаю, что о себе и о своих коллегах говорить трудно, но а какую оценку вообще сегодня специалистам Института Филатова дают коллеги из других областей? Ну, об этом говорить, в общем-то, нетрудно. У нас в институте всегда очень много приезжих пациентов из разных концов Украины. Раньше, еще, скажем, там, 30-40 лет назад, были приезжие со всех концов Советского Союза. Но после того, как покойный академик Федоров в Москве сначала организовал институт, а потом филиалы были созданы во многих городах России, то из России сейчас приезжают мало пациентов. Ну, и из других республик тоже, конечно, меньше, чем это было, скажем, те же самые 30 или более лет назад. Вот. Но, тем не менее, институт наш заполнен и амбулаторными больными, и больными, в первую очередь, из Украины. Вы знаете, я обратил внимание, что часто на французском бульваре можно встретить людей, которые с такой временной повязкой на глазу. Явно ваши пациенты. И через какое-то время я часто встречаю тех же людей, которые идут уже без повязки, совершенно в другом настроении. То есть, наверное, это самый главный залог оптимизма. Как вы считаете, Александр Сергеевич? Ну, безусловно, конечно, но чаще они идут все-таки с повязкой. Из института они уже они приходят в институт без повязки. Вот тех вы не видите. Понятно. То есть это своя специфика. Да. Я бы все-таки не употреблял слово больной. Все-таки нужно пациент говорить, понимаешь? Понятно. За границей чаще всего именно это слово используют. Даже несмотря на то, что вы представляете совершенно уникальную отрасль или направление в офтальмологии, это, если я правильно скажу, офтальмоонкология, да? Да-да. То есть это... Вы боретесь со всякого рода проявлениями новообразований в области глаза. Так это, Александр Сергеевич? Да, безусловно. Безусловно, это трудно и, как бы сказать, ну, дающее вдохновение задача. Потому что когда ты излечил, это уже большой плюс. Александр Сергеевич, я знаю, я не скрываю от телезрителей, что я знаю, что вы пользуетесь для удаления ненужных всяких новообразований жидким азотом. Так это? Нет, нет, не так. Это, ну как бы сказать, жидкий азот – это один из способов использования холода в медицине. Обычно мы говорим... Криохирургия в таких случаях. Независимо от того, там много способов есть получить эти низкие температуры, кроме жидкого азота. То есть слово крио – это низкая температура? Да, низкие температуры, криохирургия, да. Вот мы разработали такой метод. И уже больше 40 лет
и свой используем в практике с прекрасными результатами. Вероятность получения хорошего очень велика, 95%. А вот я знаю, что вы тоже очень часто бываете на всевозможных международных конференциях и других форумах. Вот последний, на каком вы были? Ну, на последнем это был 15-й год. Это, ну, так даже неудобно говорить Париж, потому что это больше думают о легкомысленности, чем о серьезных. Такое слово влечет за собой соответствующие эмоции. Но это была конференция в Париже, она была один день. И там решались больше организационные вопросы, чем вопросы результатов лечения, качества лечения и так далее. Там организационные вопросы, и довольно серьезные, которые позволят, если их реализовать как задумано, то это будет большой шаг вперед. То есть, несмотря ни на какие сложности, да, вот продолжает двигаться наука вперед, продолжаете выдвигать науку, и не стыдитесь присутствовать на крупных конференциях международных, потому что есть что рассказать и показать. Безусловно, есть, но насчет стыдитесь не всегда это так, потому что, понимаю, что есть другие причины для этого. Но, во всяком случае, я хочу два слова сказать об оптимизме. Так вот, именно вот эта криохирургия, о которой вы говорите, почему возраст и оптимизм, она дает оптимизм, потому что мы ее все время усовершенствуем, у меня вера в этот метод, и это поддерживает мой оптимизм. Не только мой, а и моих сотрудников. Вы знаете, я хотел бы, пользуясь случаем, попросить вас, обращаясь к телезрителям, напомнить, что если на глазу появился ячмень, это неприятно, но это не страшно, так ведь? Но когда вдруг что-то появилось, то, что вы не знаете, что это, не пытайтесь с этим бороться самостоятельно. Я правильно рассуждаю? Ну, вы правильно рассуждаете, потому что это может быть просто не ячмень. Нечто похуже, да, типа опухоли. И кроме того, если уже стал вопрос об удалении, обязательно нужно отправлять на исследование то, что ты удалил, а не просто так удалить и не зная, что ты удалил. Потому что очень часто к нам приходят после таких 2-3 операций ячменя, а там опухоль. А вот, Эдуард Валентинович, вы даете заключение как специалист, является ли то или иное новообразование злокачественным или нет? Это наше лабораторное отделение, лаборатория патологической анатомии, электронной микроскопии ставит, говоря языком известного романа, окончательный диагноз. Это уже действительно окончательный диагноз. И вот тут вопрос. А скажите, пожалуйста, вот если говорить о какое количество, я не в точной цифре, но вот увеличивается число людей, чьи вот эти окончательные диагнозы соответствуют предварительному диагнозу, поставленному Александром Сергеевичем, что это онкология? Ну, по части расхождения клинического и патогистологического диагноза, ну, это крайне редкое. Нет, я имею в виду... У нас дается... Число больных вы имеете в виду? Число пациентов? В целом, увеличилось ли количество пациентов с такого рода... Ну, это больше вопрос ко мне. Да. Понятно. Да. Понятно. Потому что... Тут зависит от того, какой это клеточный тип опухоли, какого это сорта опухоли, будем так говорить понятнее. Есть опухоли, число которых не увеличивается, но стабильно во всем мире и не меняется. А есть опухоли, которые меняются, количество их увеличивается. Но в офтальмологии это не так часто. Понятно. Александр Сергеевич, тем не менее, даже такая тяжелая форма патологии, да, тем не менее, вот в каком приблизительно проценте случаев вы, как специалист, даете гарантию, что все будет хорошо? Ну, это зависит от того, в какой стадии опухоль. Когда это начальная стадия, так там шансы довольно высоки. Вплоть до 100% не бывает. И это тоже основание для оптимизма. И безусловно, конечно.
Но сейчас этот оптимизм немножко падает, потому что, к сожалению, пациенты приезжают, больше пациентов приезжают с запущенными опухолями. Слишком поздно. Конечно. Вот мы в этой страничке нашей напоминаем. Это началось последние лет 5-4. Вот так. Понятно. А так оно шло стабильно. Мы же систематизируем свои знания. И за каждый год процент сохраняется приблизительно один и тот же. Безусловно, да. Если говорить о статистике. По количеству, как бы сказать, не повышается ли частота встречаемости этих опухолей. Она не повышается. Просто в один год пациенты чаще обращаются, в другой год более реже. И поэтому так. Итак, я думаю, что вот вы в меня лично вселили оптимизм тем, что только что рассказали. Я понимаю, опять же, с поправкой на все трудности и сложности, о которых мы еще поговорим сегодня. А сейчас я хочу предложить вам, давайте посмотрим еще один такой видеокамертон от Владимира Петровича Филатова. Речь идет о том периоде, когда он только еще приближался к выбору будущей своей профессии, когда он еще был мальчиком. А вот об этом рассказывают коллеги в этом фрагменте видеофильма. Давайте посмотрим. Однажды он увидел слепую девочку. Пальцы ее рук робко, на ощупь, двигались по строчкам специальной книги. Она училась распознавать окружающий ее мир. Это так поразило впечатлительного Володю, что он воскликнул: «Какая несправедливость! Каждый человек должен видеть солнце!» Может, именно этот случай и определил его судьбу. Окончив гимназию, юный Филатов пишет прошение и поступает в Московский университет на факультет медицины. Он учится на врача и искренне верит, что сможет вернуть зрение слепым. А слова, сказанные в порыве чувств, останутся девизом на всю его жизнь. Вот я хочу с вашей помощью попытаться выяснить. Вы знаете, мне кажется, что вот этот фрагмент, вот этот эпизод из судьбы Владимира Петровича Филатова говорит о том, что, выбирая профессию врача, в частности офтальмолога, надо с самых ранних лет при выборе этой профессии чувствовать боль пациента. То есть вот Владимир Петрович был поражен тому, что когда он увидел незрячую девочку, и всю жизнь посвятил борьбе за зрение. А ваша точка зрения, сегодняшняя молодежь, приходящая в эту профессию, она испытывает вот такую эмоцию сопереживания? Ну, будем говорить так, в большинстве своем, или нет? Эдуард Валентинович, как вы? Я могу сказать, я был преподавателем, давно, правда, в медицинском институте, сейчас это медицинский университет Одесский. Я должен сказать, что процент студентов, которые хотели стать врачом, был бескорыстно стать врачом, был довольно высок. Но что делается сегодня, мне сказать трудно, потому что я уже давно не связан с педагогическим процессом. Но думаю, что и сегодня тоже есть много поступающих в медицинский институт не ради каких-то материальных благ. Такие люди всегда были, есть, и они будут. Вот. Хотя сейчас, конечно, меняются взгляды. Но я из своего личного опыта далеких времен могу сказать, что когда я в первый год в медицинский институт тогда не поступил. Были сложности всякие с приемом в медицинский институт. Было, я на первый год не поступил в студенты. И был очень горд тем, что мне была предоставлена возможность, что меня взяли работать санитаром.
в хирургическое отделение, но это было не просто хирургическое отделение. На базе этого хирургического отделения находилась кафедра медицинского института, руководимая профессором Яковом Марковичем Волошиным, но он, конечно, давно уже умер. Величина, конечно. Да, Яков Маркович Волошин. И вот, когда через какое-то время дома, я уж не помню, бабушка, наверное, поинтересовалась у меня, какая же у меня зарплата. Я сказал, что мне неудобно даже спрашивать. Меня взяли на кафедру к профессору Волошину, я еще буду спрашивать, какая у меня зарплата. И вот там я протрудился, правда, не год, я там протрудился почти 7 лет, то есть я весь институт, будучи уже студентом со следующего года, я перешел на ночную работу по ургентным дням, когда дежурил это хирургии по городу, я там в качестве санитара продолжал трудиться. Думаю, что сейчас тоже есть определенное количество людей, которые идут в медицину, тоже не с точки зрения, чтобы было легче, чтобы заработать больше. Такие Эдуард тоже Ильич, люди всегда. Знаете, я ведь вспоминаю свои студенческие годы, когда поступал в ВУЗ, в технической, правда. Но тогда был такой принцип, что при поступлении мы должны были 2 года работать и учиться по вечерней системе. И до сих пор я с благодарностью вспоминаю эти времена, потому что очень многому это научило. Поэтому ваш пример с работой санитаром, работой на кафедре. А, Александр Сергеевич, а у вас, если уже зашел разговор о приходе в медицину, как складывалась жизнь? Ну, я хочу сначала ответить на ваш первый вопрос. Пожалуйста, конечно. Насчет... О молодых. Да, да. Так вот, наверное, если бы таких было много, так у нас было бы уже очень много Филатовых. Это хороший ответ, конечно. А на ваш вопрос, да, я пришел, почему в офтальмологию? Это после 5-го курса, год, я смог работать под руководством профессора Кальфа на кафедре глазных болезней. Почему избрал офтальмологию? Потому что в офтальмологии много техники. А я очень любил технику. Я, так сказать, старый радиолюбитель. Знаком был с бывшим вашим директором Игорем Комаром. Если да, помните он такого. Директором да. наших тут. Кстати, вот, было 60-летие телевидения. Да. Вот, очень уместно. Ну и вот так, вот такое сочетание таких, будем говорить, разных дисциплин привело меня в офтальмологию. Вот тут очень важно. Мне было интересно все это, так сказать, приборы смотреть, их, как вот, бы сказать, вот вы, осваивать их. В мне это легко, это давалось, понимаете, мне это было так просто, что... И в то же время это существенно помогало освоению основной профессии. Вы, по-моему, Александр Сергеевич, сейчас попали просто в десятку. Вот мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что успешный приход в любую профессию тогда обеспечить, если человеку нравится процесс, а не только результат. Правильно? Безусловно. И тогда придет положительный результат. А без процесса результат никак не сделаешь хороший. Совершенно согласен. Ну, вот мы поговорили об этой части. Я понимаю, что много можно говорить о сегодняшней молодежи, о входе в профессию. Мы обозначили какие-то, на мой взгляд, очень важные 2 момента. Эдуард Валентинович объяснил, что входить надо через, не всегда через парадный вход профессии. А входить иногда надо, как бывало когда-то, хочешь стать часовщиком, научись мыть пол у мастера, прежде чем да. тебе разрешат Правильно. Поднять колесико с этого пола упавшее Правильно. И так далее. Это здорово. А ваше определение, Александр Сергеевич, в отношении количества Филатовых исчерпывает, на мой взгляд, тему полностью. Поэтому продолжать, я ее считаю, уже дальше не надо. Но есть еще один момент, следующий момент, следующий камертон от Владимира Петровича. Давайте его послушаем, да. посмотрим. Как-то работая, Владимир Петрович наткнулся в одном из научных журналов
на интересный случай. Французский офтальмолог Мажето готовился произвести больному пересадку роговицы глаза, удаленного в тот же день у другого пациента. Но операцию отложили, донорский глаз был оставлен на холоде и только через несколько дней был использован для операции. И вот чудо, эта роговица отлично прижилась, сохранив полную прозрачность. Мысль Филатова заработала. Мажето расценил это чудо как выход из трудного положения. Филатов же увидел здесь недостающее звено в логической цепи. Вот решение – пересаживать больным людям роговицы, взятые от умерших. Вы знаете, мне кажется, что вот это такой пример из сферы научно-медицинско-офтальмологического творчества. Ведь если проводить аналогию с творчеством художественным, то очень часто тоже создатель картины или скульптор или писатель делает для себя открытие как бы во время процесса. Сам неожиданно для себя делает какой-то вывод. Помните, у Александра Сергеевича Пушкина есть такая фраза, которую он написал своему другу в письме. «Что учудила моя Татьяна?» из Евгения Онегина. «Она вышла замуж». То есть она поступила вопреки его представлениям как автора Евгения Онегина. То есть неожиданность во время процесса. Вот я хотел бы попросить вас, Александр Сергеевич, было ли в вашей научной медицинской практике, в вашем творчестве, тем более, что я обратил внимание, в вашем отделении, вы мне показали, висят вырезки, выпечатки из Пушкина, других, Жванецкого. То есть вы очень внимательно относитесь к творчеству в других сферах. А что касается... Ну, односторонний, к сожалению. Ну, да. Понимаете? Я понимаю. Александр Сергеевич, а все-таки вот в вашем научном техническом творчестве был момент, когда вот вы почувствовали какой-то момент открытия внезапного для себя? Ну, наверное, честно говоря, нет. Почему? Потому что, эта неожиданность, это крайне редко бывает. Ну, только труд, наблюдение, постоянный вот, процесс может что-то в итоге дать. Потому что, вот какой-то случай нельзя расценивать как догму, и что дальше так будет. Это могло быть просто случайно. Требуется дальнейший процесс изучения этого случая. И поэтому вот такой неожиданности это... Ну, в конце концов, пример, который вы привели с Филатовым, это же тоже нужно было время для того, чтобы это осознать, для того, чтобы это все продумать и наконец, решиться. Я по прежним нашим с вами передачам помню о том, что вы являетесь сторонником доказательной медицины. Ну, безусловно, это... Вот. Это без этого невозможно сейчас. А в этой связи, Александр Сергеевич, как вы считаете, вот по мере накопления врачами, офтальмологами опыта, количество перерастает в качество, вот это количество накопленного опыта. То есть озарения редки, но результат, накапливаясь, дает очень мощный. Так это? И безусловно, и тогда может быть что-то обнаружится, которое нельзя было взять из различных разрозненных, оторванных фактов. Потому что, сейчас эта конференция, о которой я говорил, в 2015 году была в Париже, так, там именно этому она и была посвящена. Как сделать так, чтобы накопить большое количество данных. И вот люди собрались для того, чтобы составить общую базу данных многих стран мира, из разных континентов. И уже есть тому примеры, отдельные примеры, когда люди там, из двух-трех континентов различных государств собирают общую базу данных и ее анализируют. Это систематический тяжелый труд и
По современным понятиям это называется big data, ну, то есть большие данные, да, которые позволяют из оторванных, раздразненных знаний, ну, типа наших научных работ, из которых очень тяжело вытянуть доказанное решение. Вот эти данные обобщаются, собираются вместе, систематизируются прежде всего, анализируются и потом дают результат. Дают результат, безусловно. Эдуард Валентинович, а вы как считаете, время одиночек в офтальмологии прошло, или же все-таки тут разные могут быть точки зрения? Ну вот, продолжая то, что коллега мой говорил, сейчас не редкость публикаций в серьезных журналах, на название статьи есть, а авторов под названием нет. Авторы есть, но они в конце статьи, петитом набраны, и список их может быть вот такой. Поскольку действительно исследование выполнялось там, в десятке, двух десятках стран, в разных научных, ну, однопрофильных, конечно, учреждениях, и те результаты, которые были получены в каждом учреждении, поступали в центр, там они сводились воедино, и при этом еще соблюдались там определенные принципы, что необходимо обязательно правильный контроль исследования, то есть если есть исследование какого-то препарата, то обязательно должна быть группа пациентов, получавших плацебо. Плацебо – это пустышка, это пациент, это он думает, что он получает лечение, он не получает лечение, ему дают там воду или глюкозу, таблетку, а кому-то дают реальное лекарство. И вот тогда без, так сказать, всяких уже натяжек получается какой-то определенный результат. Это слепой контроль называется. Бывает двойной слепой контроль, может быть, когда и врач не знает, что он означает пациенту. Потому что психологические факторы, они играют довольно существенную роль. Дело в том, что ну, существует вообще целое направление в медицине, когда проводится лечение методом внушения. Вот если можно, Эдуард Валентинович, давайте мы прервемся вот на этой фразе, потому что у нас еще по ходу нашей передачи есть один камертон от Филатова, который напрямую связан вот с тем, о чем вы сейчас заговорили, и я попрошу вас там прокомментировать как раз этот момент. Хорошо. Спасибо. А вас, Александр Сергеевич... Два слова на то, что вы спросили. Я считаю, что это очень сложно одному сделать, потому что настолько сейчас есть различные области знаний, и их без их совмещения одному создать очень сложно. То есть по понятию интегральная да. медицина, когда совокупность многих знаний дает конечно, еще... результат, безусловно. Вот смотрите, такой простой пример. Как вы думаете, когда на Руси появились первые очки? Трудно сказать. Ну, я вам скажу, 1636 год. Что вы говорите? Да. И это была оптика? За рубежом они появились в 1200 году, где-то так. И сколько лет, как вы думаете, понадобилось для того, чтобы на очки стали выписывать рецепт? Не представляю. 300 лет. Потому что только лишь в 1800, где-то в конце 80-х годов 19 века. Что вы? Да, некий Франц Дондес, это известный ученый, он только впервые изучил и обосновал методику подбора очков. То есть, вот как... А до этого лепили лучше, хуже. И причина этому была вот разобщенность информации. Потому что в итоге, ну, может быть, не было соответствующих приборов для измерения
Но, во всяком случае, факт есть факт, но довольно длительный период это, когда доходит это более-менее до совершенства. Вы знаете, Александр Сергеевич, мне рассказывает один ученый из другой сферы деятельности, что он, будучи на крупном конгрессе, обратил внимание, что все сидящие в зале ученые были с ноутбуками. И все тут же давали какие-то комментарии по поводу на центральный какой-то пульт, где это обобщалось. То есть вот пример так того. Так сейчас и проходят за рубежом конференции. Да? Такие проходят, да? Да. То есть да. Это значит, что коллективный разум, он, конечно, мощнее разума любого одиночки. Ну, в основном это предназначено для вопросов. Но иногда вопрос тоже может дать импульс для того, чтобы что-то задуматься и что-то создать. Безусловно, такое, чего конечно. Раньше не было. Конечно. Ну, а сейчас немножко неожиданный момент из судьбы Владимира Петровича Филатова. Момент такой своеобразный, но он имел место в 1918 году. Об этом рассказывают коллеги в своем видеофильме. Давайте послушаем, посмотрим. Новый, 18-й год, Владимир Петрович встречал в доме известного в Одессе коммерсанта, сахарозаводчика Гепнера. По старой привычке тот давал банкет для местной интеллигенции. В самый разгар вечера в зал вошли люди, одетые на манер приличных господ в котелках и фраках. Но почему-то достали револьверы. Мы дико извиняемся. Люди вы богатые, вкусно едите, пьете, а на молдаванке не так весело. Так что соберите 1050, чтобы наши тоже имели свой Новый год. Бандиты обходили гостей, забирая бумажники и ценные вещи, но, подойдя к Филатову, гроза Одессы Мишка Япончик с почтением раскланялся. Пардон, врачей и артистов мы не обижаем. Не знаю, может быть, конечно, это и миф, но тем не менее, очень показательный момент. Об этом часто говорят, когда вспоминают имя Владимира Петровича Филатова. Так вот, бандиты в те времена уважали врачей и артистов, считая их очень близкими чем-то внутри. Да? Давайте отвлечемся от профессии налетчиков. И подумаем о другом. А как сегодня относится общество к врачам, в частности, офтальмологам? Эдуард Валентинович, как вы считаете? Вопрос сложный. С одной стороны, общество к врачам относится в зависимости от их зарплаты, дохода и так далее. Вот когда врач, например, в тех же Соединенных Штатах возглавляет список наиболее высокооплачиваемых или высокодоходных тружеников, то к нему, естественно, соответствующее отношение. А когда врач получает меньше, не скажу дворника, но уж водителя трамвая, так это точно, отношение к нему тоже как-то меняется. Это с одной стороны. С другой стороны, к врачам относятся с уважением. И одна из причин этого уважения – это именно то, что это люди, которые работают в основной своей массе добросовестно, бывает часто в тяжелых условиях, зарабатывая при этом гораздо меньше, чем они бы могли заработать, например, где-нибудь там, скажем, в торговой сети или еще что-то. Поэтому к врачам в нашей стране, такое двоякое отношение.
Ну, надо сказать, еще есть один показатель, что в медицинский институт конкурсы всегда были высокие. Они и сейчас высокие. И, насколько я знаю, стоимость, если человек поступает не на государственной, не на бюджетной основе заниматься, а оплачивает свое образование, то в медицинском университете, там, академии, они в разных местах по-разному сейчас называются, раньше назывались просто институт, то расценки гораздо выше, чем в вузах другого профиля. Востребованность таким образом как бы есть, да, мы понимаем, да, это дело. Да. Отношение через это к врачам тоже определенное, да, серьезное отношение. Но, тем не менее, вот когда-то Александр Сергеевич привел пример, что сегодня хирургу-офтальмологу приходится самому затачивать или как-то приводить в порядок свои сверхтонкие скальпели. Вот это продолжает быть таким моментом, который со стороны людей вызывает, с одной стороны, уважение, а с другой стороны, ну, просто жалость. Ну как же так? Профессор сам себе скальпели точит. Это вы знаете, но теперь уже и многие его знают. Да, пациенты-то об этом не знают. Это было так давно, много лет назад, когда мы с вами встречались, это передача последняя наша. Ну, сейчас это бывает крайне редко, потому что есть метод криохирургии, а остальной инструментарий, когда это действительно идет большая операция, не криохирургическая, так уже он, как правило, готов. Сейчас разовые инструменты. И эта проблема уже никак, это не стало проблемой. Но насчет вашего вопроса, как относится к докторам, это от доктора зависит. Он хорошо делает свое дело, значит, и к нему такое уважение. Например, к нам в институт на это лечение вот этих опухолей криохирургии едут со всех областей Украины. Потому что больной пациент чувствует, когда ты его лечишь. Вот от души, чтобы сделать дело свое хорошо, понимаете? Или когда ты это формально относишься, как бы, без глубоких знаний того дела, которым ты занят. Вот, вы знаете, тут есть любопытный момент. Вот я общаюсь со студентами, будущими журналистами, им задавал такой вопрос. Вот вы хотите работать на телевидении. А если вам предложат работу на телевидении, где вы не будете появляться в передаче в кадре, не будет звучать даже за кадром ваш голос, но вы будете заниматься подготовкой журналистских материалов и так далее. Очень многие это вызывает сомнения. То есть, когда манок, привлекающий молодежь, престижность, популярность, публичность профессии теряется, они боятся. Это уже не то. А вы сейчас сказали очень точно. Значит, любовь к профессии все-таки определяется. К делу своему. Делу. Профессионалом должен быть только и всего. И знать, что ты делаешь, и отвечать за это дело. Вот. И ответственность, конечно. Ну, конечно. Огромная ответственность, которую... Ну, что... И самое главное то, что говорил Владимир Петрович. Ну, наверное, до него тоже говорили, но мы это так в институте говорим, потому что я это слышал от его учеников. Не навреди пациенту. Вот, не навреди пациенту. Ну, это вообще главный принцип медицины. Ну, это можно же невольно, надо проанализировать, да, хорошо, прежде чем что-то делать этому пациенту. Ну, нацеры. Настало самое время, вы вернулись к Владимиру Петровичу. Еще один камертон от великого Филатова. Он помещал листья алоэ в неблагоприятную среду, лишая их света. Опыты показали, что листья накапливают биогенные стимуляторы, и впрыскивание их сока дает поразительные результаты. Но ведь вместо листьев растений можно взять кожу, выдержанную несколько дней в холоде, и применить ее как стимулятор больных тканей. Вы знаете, вот я вспомнил по аналогии, мы говорим о творчестве, в медицине, еще одно открытие Владимира Петровича по поводу биогенных стимуляторов. Так вот, я вспомнил почему-то Толстого и Чехова.
Толстой знал огромное количество языков. Он прекрасно владел, скажем, английским, немецким, французским. Уже не говоря о том, что он читал и понимал иврит. Очень трудный язык, будучи писателем. А Чехов, оставаясь писателем, великим писателем, он до конца дней оставался врачом. Я вспоминаю из воспоминаний Чехова, я говорил, он кому-то из коллег-писателей, который просил его что-то о здоровье, перестаньте лечиться лекарствами, поезжайте вот туда-то, попейте кумыс, и все пройдет. То есть он страшно любил давать медицинские советы и лечить. Значит, я к тому, что творчество, оно предполагает какую-то разносторонность. То есть, когда в разных сферах человек должен быть сведущ. Вот, Александр Сергеевич, почему, вернемся, почему у вас в вашем отделении висят выдержки из Пушкина, Жванецкого, других писателей? Ну, они на злобу дня в основном висят. Я понимаю. У кого что болит, тот о том и говорит. Это понятно. Да, устами Пушкина. Устами Пушкина, устами Губермана, Жванецкого, конечно, и так далее, конечно. И так далее. Но надо же знать, что у Пушкина, Жванецкого и Губермана есть вот эти тексты. То есть надо читать. Надо читать. Да. Насколько это важно вообще для врачей и офтальмологов? Ну, я чаще читаю, будем так говорить, свою специфическую литературу, да. И, ну, во-первых, у меня очень много, я часто ездил в Вену, и там в библиотеку ходил, собирал те журналы, которых у нас нет, эти статьи брал. Ну, у меня очень большой архив этих работ. Сейчас из интернета можно что-то достать. Ну, и кроме того, продолжаю библиотечные издания искать, и, ну, на современные темы. Конференции посещаешь и узнаешь что-то новое. То есть вдруг где-то что-то подскажет новую идею, новую? Ну, безусловно, нет. Даже для того, чтобы узнать, что ты сделал, что сделано в мире, и не повторять это, а взять тот опыт, который уже есть. Ну, безусловно, но не только это. Есть и другие вещи, которые держат человека на этом свете. Допустим, да, какие-то увлечения и так далее и тому подобное. А что вы скажете, Эдуард Валентинович? Я могу сказать только одно. У меня большая библиотека, и она состоит из книг, которые не просто украшают стенку, а которые я постоянно читаю. Замечательно. Есть шкафы с научной медицинской литературы, есть шкафы с художественной, много, много томов, и в том числе довольно старые издания есть. Спасибо. А теперь давайте еще один камертон от Владимира Петровича Филатова к теме, о которой мы с вами уже говорили, Эдуард Валентинович. И мы чуть-чуть эту тему затронем. Пожалуйста. В тот день он помнил до мелочей. Мальчику было лет 7. После внимательного осмотра Филатов понял, медицина бессильна. Больной больше не увидит море и солнце. Отчаяние женщины, которая привела ребенка, переворачивало душу, взывая к высшей силе. Неожиданно он вспомнил об отце Ионе и предложил отвезти мальчика в монастырь. Что произошло с мальчиком в монастырской келье? Ему сообщили об этом прямо во время операции. Закончив ее, он быстро оделся и уехал к отцу Иоанне в монастырь. Произошло чудо. Мальчик, которого он не смог спасти, прозрел после 9 дней пребывания в келье отца Ионы. Молитва исцелила его. Он увидел солнце. Профессор тогда провел в беседе с отцом Ионой несколько часов. Он вышел из монастыря другим человеком, укрепившимся в вере. К сожалению, у нас остается совсем немного времени. Короткий ответ. Вы считаете, что это было внушение или чудо?
Вы пока подумаете. Мне трудно ответить. Мне тоже трудно ответить. Вы знаете, даже сам момент того, что вы засмущались, говорит о том, что вы признаете возможность чего-то того, о чем мы не знаем в нашей жизни. Это может. Это так? Ну, безусловно, это есть. Но я такого не помню, чтобы мне встречалось. Хотя я в это верю, опять как все болезни от нервов. Спасибо. И, возможно, там этот компонент и присутствовал, понимаете? И опять же, точность обследования, точность проникновения в состояние пациента, которого ты смотришь. Какое огромное уважение вызывает верующий, истинно верующий. Безусловно, это вдохновляет. Конечно. Безусловно. Спасибо огромное. Ну и на этом, шановные друзья, мы примушены закончить нашу передачу. На закончение останній камертон від Володимира Петровича, а мы кажемо вам до побачення до следующего вівторка. Владимир Петрович Филатов скончался 30 октября 1956 года от кровоизлияния в мозг. Одним из последних его желаний было спуститься к морю с мольбертом. Он говорил: «Если там, на том свете меня спросят, попросят заполнить анкету, то в графе профессии я напишу художник».